в этом мертвом саду. Ну, вначале импровизация на фортепиано. В этом мертвом саду поют разноцветные птицы, но они как будто ждали поэта, это видно им снится, я к ним тоже иду с запоздалым приветом, батарейка в груди и моторчик, а только поет, ничего больше не хочет. Очарование мертвого сада, хотя в общем красиво. Если б меня бы спросили, это просто засада, чтобы раскошелился простодушный. Боже, как среди меркантильных людей-то мне скучно. Я сегодня смотрел телевизор в полглаза, когда просыпался после обеденного сна, бормотал что-то телевизор про огни в Барто. И после этой передачи у меня родились такие стихи про огни в Барто. Идет Пастернак, качается, вздыхает на ходу. Сейчас будет вот собрание, и знаю я заранее, как крикнет Барто на собрании, я сразу упаду. Ну вот. Такое новое стихотворение. Посмотрим, нет ли еще чего-нибудь. Пальцы на портфеле лежали. Это стихотворение написано в метро. Пальцы на портфеле лежали и все время играли, играли. Музыка бежала по проводам. Может, была созвучна стихам. Ну, а девица была в полете. Могла посмотреть, если вы ждете. Потом снова растворялась там, предаваясь мечтам, мечтам. Люди мыслят, как растения, смотрят друг на друга и оценивают, можно прирасти к этому человеку. И что из этого выйдет? Писатель думает о публикациях, о художниках, о выставках. Женщина думает о совместном житье и рождении ребенка, ну, а торговец думает о знакомых другого человека, чтобы им продавать то, что он в силах достать. Кто ты, бравый офицер? Да зачем презрение на губах? Дурной пример, да и щит на двух щеках. Это замкнутость и страх. Видимо, тюремщик в прошлом или оборотень в чинах. На душе, в дождливой роще, одиночество и страх.
Ребенок ждет от матери чего-то хорошее, как он привык. То есть мать – это целительный родник, так и каждый человек ждет от человечества чего-то хорошего, с одной стороны. И не ожидает быть брошенным, да и ждет признания своей нужности, черт возьми. По сути дела, все преступники порождены обществом, которое их чем-то ущемило. А всякое действие равно противодействию. И мои слова – это не только речь адвоката, защищая любого преступника. Это профилактика и предупреждение. Не плодите себе противоборствующих. Ну, не плодите тех, кто будет переступать через ваши интересы. Переступающие от того, что их интересы ущемили, это и есть преступники. Если новорожденные обмениваются сигналами, а такое мне попалось в заглавии заметки, которые еще я не успел прочитать, то дети новорожденные вроде гусениц, из которых потом будет новая форма. И почему бы мы тогда не обмениваться мыслями? Ребенок не недоразвитый вид человека, а такая животная форма, которая все имеет в своем вооружении для познания. Но другое дело, что вид потом перерождается в новые формы. Подростка, юноши, молодого человека, зрелого человека и мудрого старца.